Балтика. Троечка. А знаете, почему я взял Балтику троечку на обзорчик? Потому что с этой Балтикой троечкой у меня столько всего связано. Ох, вы, пацаны, даже себе не представляете, сколько. Сколько было, перебыло под этой Балтикой троечкой. Это троечка. Я вам расскажу просто предысторию. Раньше, когда Евгеныч зарабатывал приличные деньги, он ездил, сразу осуждая, во всякие интересные места, как говорит Влад Савельев, по секс-менеджерам. Ездил, в общем, он по секс-менеджерам. Ну, частенько ездил. Чё греха таить, было, ну что ж поделать. Как бы финансы позволяли. Но в один из прекрасных дней, таких вот приключенческих, я поехал в одно свое любимое место. И там, короче, все, ну, короче, там ничего не было. То есть я приехал, что-то так совпало, то, что ни девочек, никого не было. И я расстроенный такой весь, блин. Да, вызываю такси, Яндекс себе. И, короче, еду домой. Такой еду, приезжает мужик такой, таксист. Я ему, ну, как знаете, обычно в такси, там, пьяный едешь, там, под утро. Ну, не под утро, глубокой ночью. Часа два ночи. Говоришь ему, блин, сука, не получилось с бабами, блин, что делать? И он мне такой, типа, слушай, Евгеныч, братишка, да я тебе сейчас в такую сауну привезу, что ты охуеешь. А я еще тогда вообще не понимал, что такое сауны, мауны. Ну, я знал, где девчонок снимают. А так, чтоб сауны, мауны, у меня вообще такого не было. Ну, короче, я ему, ну, хуя уже тебе говорю. Ты вези меня уже нахуй, куда мне похуй. Ну и, короче, привозит он меня в эту сауну. Сауна классная была, блядь. Сейчас ее закрыли, блядь. Но была охуенная. В общем, такое там было в центре города. Но такое помещение было. Оно прям в центре, оно такое подвальное, короче. Там такая дверца была, сауна, звоночек. Я подхожу, такой взял еще там пивка. Перед сауной, короче, этой, блядь, нахуярился на берегу моря, там, почилил, покурил, попердел. Ну и такой, короче, выдвигаюсь. Жму этот звоночек, там, пип-пип-пип. Смотрю, мне дверь открывает такая баба, короче. Ну, такая лет 45-50, такая баба-баба. Такая, привет, я такой, здрасте, я такой, а чё тут это, вроде как девочки мне тут обещали, она такая, а чё ты один, я такой, ну да, один, она такая, типа, а 18 есть, я ей паспорт показал, ну я не паспорт, я военник таскал, ну пол, ну проходи, короче, мы я захожу, спускаюсь туда, сажусь, там такая атмосфера охуенная, сажусь на кожаный диван, она мне такая, ну жди, сейчас девочки, короче, приедут. Или приедут, или придут, я хуй знает, уже не помню. И, короче, пока она мне, пока, короче, девочки приходили, ну я же такой, типа, блин, а что тут, ну, въебать что-нибудь есть там, подпить, короче. Она такая, да не вопрос, женечек. Открывает свой, короче, там, мини-бар. И там, короче, все заставлено вот такой вот Балтикой тройкой, чисто отвечаю. Ну, я такой, ну, там не только Балтика тройка была, но вот почему-то в приоритете Балтика тройки вот большинство было. Ну, я такой, а, я еще спросил, а как вас зовут? Она говорит, чуть Лариска, короче. Ну, я, ой, точнее, она сказала Лариса, я ее потом назвал чуть Лариска, короче. Чуть Лариска. И она, я уже туда раз 150 потом приезжал, она уже, о, женек, здорово, я там, о, тетя Лариска, здрасте, что там, тёлки есть, нет? Что там, Балтика троечка есть, короче?
И вот так вот я там с этой Балтикой троечкой и познакомился. То есть попивал я ее там, пока девчонки там выходили. Блин, прикольное время было, блядь. Троечку попивал на кожаном диванчике, вот так вот лежал. Девчоночки приезжали, выходили, вот так в ряд становились, там 4-5. Выбирали, ага, вот это класс, вот все там. Чики-пики, лимбобоин, что там еще там пару балтиков, троечки взяли там и пошли там. Движуху наводить, короче, ну вы поняли какую. Ну вот такая вот история, короче, пацаны, вот у меня с Балтикой троечкой. Вот почему я и подсел на эту Балтику троечку. Ну, одно время я ее попивал, когда ездил к тетлориске, как говорится. Сейчас закрыли эту сауну, блин. Ну, вообще топовая была сауна. Блять, вот всегда вот столько там, блин, тёлок было прикольных, которым и попиздеть было прикольно там, и покуролесить. У меня даже еще были разные номера, их потом мы и так встречались вне сауны, там дохуя раз там тусили, блять. Прикольно было, блять. В общем, такая вот история, пацаны, с Балтикой и троечкой. Я вам рассказал, а теперь именно о пиве. Что скажу? Ну, классическая банка, Балтика троечка. Здесь, как и обычно, на Балтике семерки написано: мы варим для вас Балтику уже более 25 лет, мы любим вас, там, гордимся нашими хоккеистами, волейболистами и всей вот этой вот темой. 0,45 баночка, раньше была 0,5. Так, что посмотрим у нас по составу. Балтика 3 классическая, пастеризован. Состав: вода питьевая очищена, солод, ячменный, светлый, хмелепродукт. Ну, в принципе, как и у всей Балтики. Вот что-что вот на Балтику пиздят, но мне кажется, вот Балтика, что семерка, что тройка, вот они реально хорошее пиво. Вот без пизды, вот не знаю, мне оно нравится. Вот, Балтика, вот, ну, хорошее пиво, просто хорошее пиво. Не пиздец охуенно, не дерьмо ебаное, ну, а хорошее, обычное, нормальное пиво. Кстати, вот сколько у него вот... Ух, нихуя себе, блядь, 4,8 нахуй, я не знал, блядь. Семерка, я знаю, пожестче, блядь, семерка вроде там 5,4, 5,5. Ну, 4,8 это уже, блядь, уже тушит, уже с одной банки вас потушит нормально, короче. Короче, мужики, блядь, или пиздеть ебать. Евгеныч делает свои вещи, нахуй. Звук вот этот. Вот этой стёлочкой так. О, запах Балтички, блять, аж меня отправляет в ту сауну, в то, блять, охуенное время, когда я зарабатывал хорошо. Эх, блять, сука. Хорошее время, блять, было нахуй. Без пизды, блять. Я всегда отрываю эту хуйню, как вы знаете. Ебать, я оторвал же, блядь, полбанки, нахуй разорвал, блядь. Банки позволяют, ебать. Ладно, че, тушим Балтику, посмотрим. Давно, давно, кстати, ее не пил. Если честно, я вам так скажу, вкус немножко поменялся, немножко, чуть-чуть разнится вкус, но не критично. Раньше был, наоборот, кстати, чуть-чуть хуже вкус, раньше была она такая прям, как охота такая прям была, ядрёненькая. Ну сейчас такая, чуть-чуть лайтовенькая, но в принципе нормально. Кстати, вот тут шильдики. Вот реально, как в составе, так и здесь. Вот, вот смотрите. Хмель, солод, вода. Прям вот реально, вот даже вот состав читаю. Состав. Вода питьевая очищенная, солод ячменный, светлый, хмелепродукты. В общем.
Балтика и Балтика, пацаны. Пиво вообще самое стандартное. Вот, вот если можно представить пиво более стандартное, это Балтика Тройка. Чисто пиво, пиво, нахуй. Я хуй его знает. Ни с чем не сравнится. Оно как бы ни на что не похоже, но и ни на что, блядь, не претендует, как говорится. Вот, вот у нее есть свой вот, свое вот. И все. Хорошее пиво, в принципе, и за вот эти деньги, что оно там стоит, блядь, сколько нахуй. И это нам нахуй чек, блядь, 59 рублей. Нормально. Балтику троечку я всегда уважал. Так что, пацаны, что вообще думаете по Балтике? Пишите в комментариях, по-братски, ебаните лайк нахуй от души. Пишите мне ВКонтакте. Я всем там отвечаю, блядь. В друзья добавляйтесь. Ну, Балтика, Балтика. Балтика, как говорится, Балтики рознь. Ну, ностальгия есть. Ностальгия у меня большая по этой вот Балтике. Эх, блядь, мужики, каждому вам, блядь, желаю вот окунуться в тот мир вот этого блуда, вот этих ночей, девчонок, деньги, там все вот это вот. Классно было, блядь, сука. Давайте, мужики, держите хвост, как говорится, пистолетом, все будет чики-буки. Лайк, комментарий и ВКонтакте ко мне добавляйтесь, там везде добавляйтесь. Эх, излил вам немножко душу. Давайте, мужики.